Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noteinu ha'torah. Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, избравший нас из всех народов и давший нам свою Тору. Благословен Ты, Иешуа, который является истинной Торой, сошедшей с неба. Благословен Ты, Великий Царь, и мы просим Тебя, благослови нас с собой сегодня в этом месте. Амен. Присаживайтесь. Итак, недельный раздел называется Ки-Тице. Это 49-й раздел Торы и 6-й раздел книги Второзакония Дворим. Имя свое получил по первому значимому слову текста, да, когда выйдешь, Ки-Тице. И содержит стихи с 21 главы, 10 стих по 25 главу. И вы знаете, некоторые законы этой главы в наши дни выглядят заведомо устаревшими, несовременными и, что главное, неполиткорректными. Ну, например, Второзаконие, 22 глава, 22 стих. «Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшую с женщиной, и женщину. И так истреби зло из Израиля». Вот представьте себе, взять просто и предать смерти. Ну, разве так можно? Ну, в наш-то век. А если это любовь? Ну, а если он сам пришел? Ну, неполиткорректно как-то. Ну, как так? Боже, что-то ты пишешь непонятное. Как это так? Взять и предать смерти? Ну, что это такое? Ну, и знаете, в то время уже об этом говорили. Была Римская империя, была философия римская, и, ну, были философы, которых почитают, кстати, по сей день. И вот что они говорят. Иудеи считают Бога противным то, что для нас священно, и наоборот, что у нас запрещено, ибо безнравственно и преступно у них разрешается. Ни с кем не делят они ни пищу, ни ложи, избегают чужих женщин. При всем этом иудеи заботятся о росте своего народа. Убийство детей, родившихся после смерти отца, считают преступлением. Тацит, это философ звали Тацит, книга «История», 110 год до нашего, ну, до Рождества Христова. Итак, посмотрите, что он пишет. «Иудеи считают Бога противным то, что для нас священно». То есть весь мир не избегает чужих женщин, а они избегают и своими не делятся. Вот представляете, до чего они докатились. Вот как некрасиво они поступают. Весь мир в Будде, а им нельзя. Как это так? Смотрим дальше. «Детей не убивают». Ну как это так? Ну что они делают? Что же эти евреи творят? Весь мир делает так, а они не делают. Смотрим дальше. И вы знаете, очень страшный такой момент, который я выяснил в истории, что многие греческие мыслители, которыми восхищаются многие наши современники, например, Аристотель, Птолемей, Пифагор, они были педофилами. И они считали, что это в порядке вещей, это даже хорошо, это правильно. Интересная глава Торы. Что-то не то получается. Вот мир все считает это правильным, а евреи говорят нельзя, потому что Бог так сказал. Потому что, ну, не политкорректно это. Ну, миру нравится грешить, а Бог говорит, нельзя грешить. Нельзя. И если ты будешь это делать, смертью умрешь. Как же так? Бог, ты же добрый. Как ты смеешь так поступать? Разреши нам грешить в удовольствие. А Бог говорит, нет, истреби, истреби беззаконие из среды своей. И смотрите, и очень много тем в этой главе, они действительно не популярны сегодня. Там говорится о чистоте, нравственной чистоте девушек, что девушки должны хранить свою, по-украински, девочесть, так, девственность. Сегодня в мире это не популярно. Вы знаете, я читал статистику, у меня волосы дыбом стали. По данным соцопроса, уже в 11 лет есть 1% девушек живут половой жизнью. В 12 это 3%. В 13 это 5%. А к 15 это уже 22%. После 16 это уже 50%. Это просто цифры, это просто проценты. Но послушайте, что стоит за этими процентами.
Это стоят жизни людей, это стоят аборты, это поломанные судьбы, покалеченные люди. Потому что мир говорит, это хорошо. Не политкорректно Бог говорит, кто ляжет с чужой женой, смерти предать. Фу-фу-фу, как нехорошо. Разрешите нам делать, что мы хотим, а ты, Бог, постой в стороне. И самое интересное, мы часто молчим. Мы видим беззаконие, и мы молчим. Мы молчим, потому что есть множество разных причин. И одна из них, это мы сами. Это мы сами. Если мы соглашаемся с грехом, если мы соглашаемся с тем, что происходит в мире, и молчим, я хочу вам сказать очень плохую новость. Мы становимся соучастниками таких преступлений. Послушайте, мы как верующие уже однозначно будем отделены от мира. Потому что наш Бог говорит, грех – это грех, чистота – это чистота. И когда мы читаем недельные главы Торы, мы очень часто, знаете, читаем о них как, ну как, это было когда-то, это был закон, это было вчера, это не актуально сегодня. Послушайте, все актуально. То, что было вчера, актуально сегодня. Сегодня также в мире властвует грех, половая и сексуальная распущенность, извращение. Послушайте, это правда. Но мы иногда живем на небесах. Мы живем там, вы живите здесь, это нас не касается. Господи, благослови их, пусть все будет хорошо, а мы будем стремиться к духовной святости, чистоте. Когда Иисус уходил на небо, апостолы стояли и смотрели вслед Ему. Они смотрели на поднимающегося Иисуса и вздыхали, наверное, и думали, как хорошо Ему там, как хорошо было бы с Ним уйти. И Богу пришлось послать ангела, чтобы Он сказал, мужи галилейские, что вы тут стоите? Что вы смотрите в небо? Иисус, который ушел, Он вернется. Так же само. А вы идите в Иерусалим. И что они делали в Иерусалиме? Они ждали, когда Дух Святой придет на них, они облекутся в силу, и они пойдут делать то, что сказал Господь. А что сказал Господь? Господь сказал, идите и научите все народы. А апостол Павел, Ребе Шауль, добавил, во-первых, иудею, потом эллину. Порядок богослужения. Бог сказал, идите и научите все народы Божьей истине. Научите все народы Божьему Слову. Покажите, потому что грех познается только Словом Божьим. Пока не приходит Бог, грех не может быть грехом. Но когда мы приходим и говорим, мы не согласны, это грех, тогда грех обретает силу, тогда благодать обретает силу, тогда то, что произошло на Голгофе, имеет силу. Понимаете? Если человек всю жизнь жил и не знал об этом, ну что с него возьмешь? Но если как услышат, если не будут посланные, и как услышат, если не будет сказано слово? И эта недельная глава, она говорит о разных аспектах. Но эти все аспекты, они говорят о том, что есть Бог, есть Божьи стандарты и принципы. И мы хотим придерживаться этих стандартов и принципов, тогда мы его дети. Писание говорит очень просто, Второзаконие 25 глава 16 стих. «Ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий, делающий неправду». И это касается не только неверующих, это касается и нас, верующих. Иногда, знаете, пророки говорили один раз в жизни. Но это слово, оно изменяло мышление целых поколений. И книга пророка Агея, где он говорит, в день бедствия Израиля ты смотрел и молчал. Так вот то, что ты делал, стало в тебе в вину. То, что ты делал, стало в вину тебе, потому что ты не заступился за сироту и вдову. Ты не пошел и не сделал для меня то, что должен делать. Потому что ты народ, взятый в удел не для того, чтобы смотреть на небо, а для того, чтобы Царство Божье распространялось по земле. Вот в чем идея. Вот в чем самое главное послание. Мы должны распространять, делать Бога видимым, невидимого Бога, живущего в нас. И когда мы читаем недельные главы Торы, когда мы читаем эту главу, там много аспектов, там действительно очень много аспектов. Но знаете,
самое главное, что я увидел. Нельзя перекладывать свою личную ответственность на окружающий мир. Нельзя перекладывать ответственность на ближних, на Бога. Это Бог сделает, Бог придет, сделает. Это вы должны сделать, это церковь обязана сделать. Это я должен сделать. Если я вижу несправедливость, неправду, да, как пророк апостол Яков пишет, и так, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послушайте, иногда это надо нам отрезвиться, знаете, прийти в себя. Иногда Бог дает нам слово для того, чтобы мы перестали витать, знаете, витать в облаках. Я говорю, что надо необходимые близкие отношения с Богом. Да и аминь. Необходимы много вещей, которые мы делаем. Но надо не забывать, кто мы такие, куда мы идем и для чего нас призвал Господь. И если мы будем идти за Богом, поверьте, мир будет вас ненавидеть, потому что он возненавидел Господа, который пришел и обличил мир во грехе. Если вы будете делать Божье дело, поверьте, вас могут нести на руках люди, но это возможно на кладбище. Возможно, вы будете никогда не станете во главе там, телевизионных всяких вещей, но когда вы придете на небо, Бог скажет: о, имя есть в книге жизни, знаю тебя, заходи, заходи, я ждал тебя так давно. Понимаете? И когда мы читаем вот эту недельную главу, можно увидеть множество таких мелочей, множество каких-то, кто увидел вола чужого, верни ему. Знаете, часто мы находим кошелек и возвращаем его. Боже, спасибо тебе, благословение с неба. А, ну, это карточка лишняя, выкинем, не будем, от Бога пришло. Это так, я утрирую. Время у меня уже завершается, у меня осталась одна минута. Я хочу, чтобы вы просто, знаете, я для себя хочу. Очень часто, знаете, мы верующие странные люди. Мы знаем, как правильно говорить. Мы знаем правильные вещи. Мы знаем, кому, где говорить. Но вот когда приходит момент, мы так не поступаем. И поэтому Писание говорит: я назвал вас, дал вам власть называться и быть. Быть детьми Божьими. Ударение на слово «быть». Вы дети Божьи не потому, что просто вы ходите в церковь, в общину. Не потому, что вы собираетесь на рев-шаббатах. Не потому, что вы поете «Аллилуйя» и стоите на коленях. Вы дети Божьи, потому что сам Господь избрал вас. И как дети Божьи вы должны, мы должны, мы, не нравится нам слово «должны». Мы никому ничего не должны. Послушайте, должны, потому что мы должники Ему. Он заплатил цену, и мы должны исполнять Его волю здесь, на земле. Это правильно. Это радикально. Это честно. Всегда ли я так делаю? Хочу покаяться, не всегда. Хочу ли я так делать? Хочу. Что мешает мне это сделать? Ничего. Что нужно для этого делать? Просто нужно это делать. Все. Послушайте, не нужно ждать, что придет с неба ангел и даст мне пенька и скажет: опусти свой взгляд на землю. Надо просто встать и пойти и делать. Каждый из вас призван, каждый из нас призван чудный Божий свет. Каждый из нас имеет Духа Святого внутри себя. У каждого из нас есть сила Божья, какая была на апостолах. Мы можем изменить этот мир вместе с Богом. Мы можем совершить невозможное, потому что Он уже совершил невозможное. Отец, во имя Иешуа, мы просим Тебя, благослови нас. Пусть, Господь, приходит время радости, время, когда мы начинаем радоваться и впечатляться, время Божьей романтики, но пусть и приходит время Божьей ответственности. Время, когда мы будем брать, Боже, ответственность за то, что Ты нам дал. Боже, за жизни людей, которые нуждаются в Тебе. За наши жизни, которые нуждаются в изменениях. Отец, мы просим Тебя во имя Иешуа. Благослови нас, как общину Твою, быть светом Мессии в этом городе. Чтобы евреи этого города, они познали Твою спасительную благодать. Чтобы не евреи, видя этот свет, оставляли мертвые дела и шли к Тебе. Господи, я прошу лично за себя и за каждого, кому надоело существование в Боге.
Дай нам, Господь, гореть для Тебя, не боясь, что мы сгорим. Дай нам, Боже, идти туда, куда мы не шли еще вчера. Дай нам быть Твоими детьми, а не просто называться. Во имя Иешуа. Амен. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиах, Бетель и других общин, которые в сотрудничестве, не является исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.